Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14T Pro, и сейчас я покажу вам, как использовать Google Объектив для поиска объектов. Итак, мы открываем Google Объектив и далее фотографируем какой-нибудь объект. И у нас здесь производится поиск. Здесь будет различная информация на тему данного объекта. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.